Всем привет из Аверят. Хотел записать вчера видеосюжет, но я был весь грязный, потный, мы называем вещи, да, своими именами, уставший, темно уже было. Вот смотрите, а что делает сранка? Джуд таскает собак. Поймаю, жопу надеру. Все? Собрал. Так, получается, позавчера начал собирать, да? Вчера ко мне еще приехал товарищ Слава. Помог. И вот мы собрали. Позавчера было 8 венцов, и вчера вот мы последние. Еле-еле. Сил вообще нет. Собака вредная, а какая? Смотри, где вот она? Вот, навытаскивал Джуд. Вот, давайте пройдемся по периметру. Получилось 14 венцов. Высота по верхнему венцу 2,64 от лак. Все на Джуд. Где-то два слоя, где-то один. Но в любом случае нужно будет конопатить. Вот осталось у меня еще одно бревно. Но оно как бы уже никуда, просто так. С этой стороны окошечко. Ну, это пропилено с запасом. Оно поменьше, конечно, будет. Размер выпилен сейчас 1000 на 1300. Кстати, вот как раз попало. Может быть, садиться будет чуть-чуть, надо будет рубаночком подровнять. Так. Идем дальше. Вот с этой стороны. Так выглядит. Прикольно вообще. Вообще прикольно. Рад ли я? Наверное, да. Вот здесь эти шканты. А нет, здесь не здесь. Вот здесь они. В шахматном порядке. Где-то здесь. Сейчас посмотрим. Вот они идут. Вот так вот. Зайдем вовнутрь. Здесь пропил для двери 1050 на 2250 должен быть. По ширине нормально, а вот по высоте нужно будет верхнее срезать, но пока не стал трогать. Заходим. Так, приходится нагибаться. Вот мы внутри. Вот смотрите-ка, пока высота такая. Где там доверх-то? Сколько? Даже не достаю. Ну, в любом случае он будет садиться. До 10% усадка. Да? До 10%. И добавится еще пол. Здесь пока просто доски лежат, чтобы ходить было удобно. Классно. А, кстати, смотрите, вообще, я не знаю, ну, просто повезло. Вот мы смотрим, в принципе, вот, ну, где вот, да, вот сучок попадается. Вот такой, не очень красивый. Вот это вот смоленистое, вот одно пятно, да, еще попало. Но в целом я вот такой пакости всякой не наблюдаю. И вот здесь, где мы решили делать окно, видите, вообще прям смола какая, попалось три бревна вот всякими такими жесткими закоцами. Вот прямо с жесткими. И вот они прямо в окне выпиливаются. Офигеть, как повезло. Не знаю, вот так вот судьба сложилась. Сейчас залезем наверх. Я вам вид сверху покажу. Вот лазили на бочках, даже доски не ложили. А бревна, знаете, как закидывали? Вот с той стороны подходишь, как-то даже не показать. Подходишь с той стороны, вдвоем и вот так его кверху закидывали. Потом один залазил сюда, а другой снизу толкал. И чтобы оно немножко балансировало. Вот так мы делаем. Если бы стремянки не было, я бы с ума сошел. Кстати, не хватило одного шканта. Так, не знаю, как так получилось. Вот там вот в пролете надо еще один шкант забить. Нету у меня пока ничего. Вот видите, как шканты стали. И вот здесь получается перепад от 7 до 10 сантиметров. Я пока не знаю, как я буду делать дальше. Но это не означает, что мне нужно давать советы. Я как бы там, где надо, я спрошу, не переживайте. Я не спрашиваю совета, просто говорю, что я пока не знаю, как я буду делать дальше. И вот сейчас я вам покажу этот вид. Сейчас я залез. Вот так. Вот он вид какой. Прикольно, да? Офигеть, как высоко.
Вот она, банька. Классно. И что я хочу сказать, что это будет пол мансарды, да, здесь еще добавится. Представляете, какая высота? Классно. Все вообще видно. Будет. Так, тихонько. Не упасть. Чудесная погода. Сегодня нереально жарко опять. Вчера было жарко, очень тяжело было работать там. Вообще просто ничего не помогало. Воду пьешь вот прям литрами. Я не знаю, в час литр стопудово выпиваешь. Если не больше. Раз, наверное, в 2 часа я ходил в душик. Все равно было очень тяжело. Весь в поту прям обливаешься. Лазить-вылазить пока не очень удобно. Ну, вот так вот. Наконец-то я собрал этот сруб. Теперь спокойнее будет. Вот один момент. Здесь, наверное, плохо видно. Вот там верхнее бревно, оно чуть влево ушло. Ну, так вот оно хорошо легло. Но вот все равно это невозможно добиться идеальных стен, да? Но все равно это бревно, ведь это не камень. Пропил вроде ровно сделал. Старался, как мог. Здесь вот внизу чуть-чуть ушло, но так страшно. Теперь баню однозначно не поведет. Я, кстати, тут вчера лазил, или позавчера, нет, не вчера, позавчера, 29-го, по-моему, июня я начал бурить лунки. Сегодня у нас какое-то 3-е, 4-е, даже не знаю, август. Вот сруб собран. То есть он где-то 2 недели примерно пролежал, привезенный. Не успел его не повести, ничего. Ну, немножко смочил его пару раз. Вот сейчас будет садиться потихонечку. Сегодня у меня, можно сказать, выходной. Я, ну, по крайней мере, с бани я ничего делать не буду. Буду отдыхать, буду хозяйством заниматься, сюжеты для вас снимать. На этом наше видео подходит к концу. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.